Всем привет! С вами канал I Like Pet, я Таня, а это кошка Соня. И сегодня мы вам расскажем о главных домашних опасностях для мяукающих. Домашняя обстановка только на первый взгляд кажется очень безопасной для кошек. На самом деле опасности дома ничуть не меньше, чем на улице. Комнатные растения, окна, мусорное ведро, провода, электроприборы. Рассмотрим подробнее основные домашние опасности для мяукающих. Комнатные растения – первая опасность. Большинство домашних растений очень опасны для мяукающих. Да, один съеденный листик вряд ли нанесет серьезный вред здоровью животного, но систематическое поедание растений точно будет иметь серьезные негативные последствия. В организме кошки будут накапливаться токсины. Предложите своему мяукающему питомцу альтернативный вариант, чтобы он меньше интересовался домашними цветами. Купите ему специальную траву в зоомагазине. Окна – вторая опасность для мяукающих в доме. Кошки часто застревают в приоткрытых форточках и падают из окон. Не оставляйте кошку одну с приоткрытым или открытым окном. Проветривайте помещение, когда в нем не будет вашего мяукающего друга. В противном случае открытое окно может стоить вам жизни вашего питомца. Мусорное ведро – третья опасность. Питомец может вытащить из него и впоследствии съесть что-нибудь вредное и ядовитое. Очень часто ветеринарные врачи вытаскивают из кишечников кошек железку от кончика сырокопченой колбасы, которую мяукающие стащили из мусорного ведра. Чтобы такое не случилось с вашим любимцем, следите за тем, чтобы у него не было доступа к мусорному ведру. Провода – четвертая опасность для кошек в доме. Кошки любят погрызть провода, особенно это касается совсем молодых представителей. Большинство котят принимают их за игрушки. Чтобы животное не пострадало от проводов, убирайте их сразу же после того, как они вам понадобились. Не оставляйте их в свободном доступе для кошки. Кроме этого, используйте специальное средство – антигрызин. Электрические приборы – пятая опасность. Не разрешайте кошке сидеть на плите или рядом с ней, даже когда она выключена. В противном случае животное может обжечься. Следите за тем, чтобы кошка не играла с проводами от утюга. Не забывайте выключать электроприборы после использования. Таковы основные опасности для мяукающих в доме. Берегите своих кошек от них. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!